Всем привет, друзья! С вами я, Гост, и мы продолжаем играть за аниматроника в GTA-шку 5. И сегодня, друзья, на Лос-Сантос в очередной раз напали инопланетяне. Но в этот раз, ребятки, они подготовились очень хорошо и смогли просто реально оккупировать весь город. Сегодня у инопланетян реально очень мощные летающие тарелки, которые способны уничтожить все за считанные секунды. Но наша основная задача на сегодня будет спасение Чики, ведь инопланетяне умудрились ее украсть. Я, честно говоря, ребятки, не знаю, зачем они это сделали, именно поэтому сегодня мы с вами выдвинемся в самый центр Лос-Сантоса. Именно там в последний раз видели Чику, и говорят, что там сейчас зависла какая-то летающая тарелка, в которой, по всей видимости, находится наша Чика. Сразу же в начале ролика, ребятки, я бы хотел попросить вас поставить лайк под этим роликом и подписаться на мой канал, если вы хотите, чтобы сегодня с Чикой все было хорошо, потому что иначе, друзья, без ваших лайков сегодня мы не сможем спасти Чику, и она останется в плену у инопланетян. Нифига себе, мне как задело взрывной волной. Охренеть просто, ребятки. Вы видите, какие они мощные? Это просто капец. Короче, ребятки, я вам сейчас даю 5 секунд, чтобы вы подписались на мой канал и поставили лайк под этим роликом, потому что иначе сегодня мы не сможем спасти Чику. Я засекаю время. 1, 2, 3, 4 и 5. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что все успели, но а кто не успел, я даю вам еще 5 секунд. Ну что ж, друзья, давайте будем потихонечку выезжать из туннеля, и я надеюсь, что вы слышите те взрывы, которые происходят на улице. Их там просто миллионы. Я надеюсь, что вы уже представляете вообще, какие там инопланетяне. И, кстати, ребятки, это еще не самое главное. Сейчас я выйду на улицу и покажу вам, что произошло с небом. Вы посмотрите на это. Написано: «Я вижу вас», точнее, мы видим вас. То есть инопланетяне сейчас просто реально окружили Лос-Сантос. Такого еще никогда, друзья, не было. И реально я такое вижу впервой. Короче, давайте будем потихонечку с вами проезжать уже к Чике. Я, честно говоря, не знаю, где мы будем искать эту летающую тарелку, потому что мест реально очень много. И нас преследует просто орда летающих тарелок. Вы видите, как они по нам стреляют? Ох, ох, сколько их там, охренеть, я даже не смотрел. Сейчас я посмотрел и понял, что лучше нам просто с вами гнать отсюда поскорее. Так, давайте, аниматроники, давим на газ, сваливаем с этого места. Там еще что-то красное, у них какие-то лазеры там, вы посмотрите. Оу, черт, никто не выпал. Да, блин, Фредди, запрыгивай быстрее. Фредди, давай, не тупи. Братишка, я тебя умоляю, побыстрее запрыгни в машину. О нет, какой же он медленный. Блин, ребятки, мы с вами сейчас будем полчаса объезжать эту преграду, поэтому давайте я сейчас сделаю просто вот так вот, и мы с вами уже поедем, потому что иначе мы реально не сможем доехать до Чики. Вы посмотрите, как по нам стреляют вообще. Еле как уезжают этих выстрелов, вы посмотрите. Офигеть. Просто какая-то жесть, друзья. Вы знаете, что можно попробовать? Можно попробовать снять какую-нибудь летающую тарелку вообще, чтобы проверить, можно ли это сделать или нет. Мне вот просто очень интересно. Давайте я сейчас возьму, короче, РПГшечку. Так, какую-нибудь вот такой вот РПГ. Так, где летающие тарелки? А, вот. Охренеть, сколько их! Так, стреляем. Вот первая пошла. Так, вторая. Давай. Вау! По нам попал. Машина, куда она улетела? Где... Что? Ребята... Где аниматроники? Ребят, я не понял, что произошло? Где все аниматроники? А, я один остался! Как, какого хрена? Ребята, у нас огромные проблемы. Аниматроники пропали все, их даже на карте нету. Вы посмотрите, их просто нету на карте. Последнее, что я видел, это отлетевшие аниматроники. Реально, они, по-моему, лежали на земле. И сейчас их здесь нет. А... Я, ребятки, не понимаю, что происходит, но теперь мы остались одни. И теперь нам точно нужно добраться до Чики, чтобы спасти ее. Я не знаю, где оставшиеся аниматроники, что с ними происходит. Но, ребятки, сейчас мне реально нужны ваши лайки. Если вы не поставите лайк, то сегодня нифига не получится. Я один остался. Это просто какой-то капец, ребят. Я не думал, что все будет настолько опасно, но, как вы видите, реально все идет к тому, что сегодняшняя операция будет чересчур опасна. Вот, к счастью, меня, кстати, не контузит, это очень хорошо, то есть я до сих пор держусь на ногах, и меня никто не пытается украсть. Во всяком случае, я им поддаваться точно не буду, пусть они идут нафиг, я не собираюсь идти в плен к инопланетянам, нет, ни в коем случае. Так, давайте попробуем вот эту тарелку снять, так,
Я по ней пострелял уже достаточно много выстрелов. А, так, давай еще разочек. Вот так вот летит ракетка. Во! Отлично! Мы сбили одну. Все, ребята, теперь мы знаем, что их можно сбивать. Это очень хорошо. Четыре летающие тарелки сейчас летают где-то над нами. Я не буду сейчас связываться с ними, потому что фиг знает, чем это все закончится. У них есть какой-то красный лазер, на который я еще ни разу не попал. И это меня очень сильно радует. О, черт! Блин, ребята, все очень плохо. Так, давайте я сейчас сделаю, короче, вот такой беттер, потому что иначе мы вообще тачек никаких не найдем. Все машины вокруг нас сейчас взрываются, и подойти к ним, к сожалению, не получится. Поэтому давайте, короче, мы с вами вот на этом беттере попытаемся сейчас доехать. О, нет! Что? Какого хрена? Какого? Я вижу! Ребята, вон летающая тарелка, в которой Чика! Вон она! Блин, давай, Беттер, пожалуйста, выровнись. Вот, молодец, Беттер. Я вижу, ребятки, я увидел. Благодаря этому лазеру, который мы сейчас притянули, я смог заметить, где находится Чика. Теперь мы направляемся в том направлении, ну да, вы поняли, короче. Едем в том направлении и, короче, будем смотреть, где у нас там Чика. Офигеть, ребятки. Мне вот очень нравится, как выглядит небо, хоть это и страшно достаточно, но все равно, вы посмотрите, как прикольно это смотрится. Мы смотрим на вас. Офигеть, это просто шикарно. Или мы видим вас, я не знаю, как правильно переводится. А, она опять летит к нам, и все всасывает в себя. Ребята, быстрее, гоним, давай. Мы почти приехали. Стоять. Выходим, быстрее. Давай, Фредди, прыгай вниз. Вот так вот, хорошо, что тут за бред творится? Какие-то обезьяны. О, ребятки, мы внутри. Это Чика. Я ее вижу. Так, инопланетяне. А, Чика, она жива все-таки. Какого хрена? Инопланетяне не умирают. Чика, так, Чика, иди сюда, блин, ты куда побежала? Я сказал стоять на месте. Вот тут вот постой вот тут вот, все. Я тебя отведу подальше, я знаю, что ты очень боишься. Но сейчас нам реально не до тебя. Мы тебя спасли, это самое главное. Но вы посмотрите, что тут творится. Им вообще на меня наплевать. Они бессмертные? Как? Один даже летает, вы посмотрите. Это как? Им вообще пофиг. Я не понимаю, ребятки. Я просто не могу этого понять. Давайте мы им закидаем тут все бомбами или пучками. Вот так вот. Чика, не бойся. Я вижу, что ты здесь, и я тебя защищу. Давай я тебя прикрою от взрыва. Вот так вот. Отлично. Так, Чика жива. А, им наплевать. Ребята, им просто наплевать. Еще взрывы. Им наплевать вообще. Так, давайте пока они контужены, мы их попробуем подцепить. Вот так, одного скидываем с летающей тарелки. Полетел. А, ты не хочешь лететь? Как это может быть? Я же тебя сбрасываю с нее. Вот, давай. Все, лети, козел. Так, следующий. Пошел. Вот так вот. Мы тебя просто всех выкинем. А, следующий. Вот, давай. Блин, полетел. Вот, отлично. Так, и этот последний. Так, вот, все, ребятки, хорошо, теперь нам нужно как-то отсюда выкинуть Чику, чтобы она побежала у нас домой. Я надеюсь, что она найдет проход, потому что иначе будет очень печально. Так, все, ребятки, теперь мы выпрыгиваем отсюда. Так, давай. Что происходит? Я не могу с нее выпрыгнуть, что тут мешается мне? Нет, я не понял. Мне что-то мешает, ребятки, я не могу пройти к выходу. Что это такое тут? Какой-то объект, что ли? Вот, все, полетели. Ой-ой-ой. Блин, очень высоко. А как мы тут оказались? Мы же были где-то снизу. Она, походу... А, она телепортирующая просто. Офигеть, посмотри, как они телепортируются снизу. Теперь неудивительно, почему так происходит. Они просто реально телепортируются постоянно. Офигеть, вон она сверху, летающая тарелка, самое главное. Но мы-то с вами уже навели, как говорится, порядок. Сейчас бы нам на этот красный лазер не упасть, потому что он уж чересчур мощный. Сейчас за ним приземлимся, ребятки, и нам нужно будет разобраться с оставшимися летающими тарелками. Так, я думаю, что это проще будет сделать где-то создание, поэтому... Ой-ой-ой, она прям к нам летит, она летит прям к нам. Нет, мы тебе не дадим, нас убить. Так, вот сюда, ребятки, вот на это здание мы сейчас упадем! А! Отлично! Я выжил! Я ударился, но я выжил. Так, берем РПГ. Ребятки, и целимся! Вот она как близко! Получай! Первый заряд! Второй заряд! Так, стоять! Давай третий! Быстрее третий! А, попал! Хорошо, так, еще разочек!
Вот четвертый, она полетела вниз. Две НЛО осталось. Ха-ха, ребятки, это хорошо. Так, она прям рядом с нами, давай быстрее. А, меня столкнули! Меня столкнули! Черт, я ее подбил. По-моему, последний выстрел ее подбил. А, блин, как больно-то, твою мать. Так, ребятки, встаем. Где? Где она, последняя летающая тарелка? Ой, лазер, лазер. Это я ненавижу. Это я просто ненавижу. Так, она летит тут. А, черт, давай, отходи. Отходи, Фредди. Фредди, братан, давай, сваливай. Так, еще одна ракетка. Последняя, думаю. Так, давай. Вот. А, не последняя, еще жива. Так, получай теперь. Вот, подбили последней ракетой, которая у нас осталась. О, да, друзья. Мы это сделали. Мы остановили вторжение инопланетян, несмотря на то, что все аниматроники куда-то пропали. Не считая Чики. Чика тоже домой побежала, это 100%. Ее сейчас никто не мог украсть, она свободна. Я думаю, что теперь с ней все будет хорошо. Но где остальные аниматроники? Их куда-то украли? Ребятки, я, честно говоря, не знаю. Короче, что мы теперь делаем? Ребята, я надеюсь, что вы полностью посмотрели этот видос, потому что сейчас в самом конце будет у нас реально важная информация. Вот если вы хотите, чтобы я спас оставшихся аниматроников, то, блин, ставьте быстро, быстро лайк под этим роликом. Потому что иначе, ребятки, они будут в плену у инопланетян. Мы должны будем их найти, я так полагаю, что они их украли на Луну. На Луне есть реально база инопланетян, мы с вами уже это видели. Я думаю, все прекрасно поняли. Кто не понял, то обязательно посмотрите ролик с аниматрониками, которые побывали на Луне. Там мы реально нашли их целую базу, и я думаю, что, возможно, все аниматроники, оставшиеся именно там. Поэтому, друзья, сейчас давайте-ка мы с вами закончим на этом ролик. Если вы хотите увидеть продолжение со спасением других аниматроников на Луне, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал именно сейчас. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравился данный ролик. Надеюсь, вы поставили лайк, подписались. Конечно же, также не забывайте, что у меня есть собственный сервер в Сампе, на котором я играю со своими подписчиками. Сервер называется Homey Roleplay. И я вас жду именно там, ребятки. Айпишка находится в описании. Также ссылка на группу ВКонтакте тоже находится в описании. Заходите, будем играть. Всем спасибо за просмотр, друзья. До скорых встреч.